Мне нихуя не надо мне плести всякую говно, сколько блядь. Сколько ты провоевал, ты мне скажи. Сколько ты провоевал? 1 год и 1 месяц. А я провоевал, блядь, 4 года. И честно тебе сказать, ну я смотрю на это все, и честно, это все глупо. Это глупая, просто непонятная хуйня. Поэтому давай играть просто в танки и не забивать голову всякую ерундой. Господа, а где вы провоевали? Я немного пропустил. Зачем тебе? Ну просто вы же это говорите на усмотрение. Мне интересно просто. Город Артемовск, 14-й год. Тебе что-то это дает вообще или нет? Нет. А нахуй ты спрашиваешь? Поинтересовался. В Украине, что ли, это? Не вы, она. Блять. А чё, блять. Ох, блять, уёбки, вот реально вот. Да нехуй об этом говорить, блять. Ну чё, играть-то будем? Да не, он там что-то. Будем. Шестерка нужна. Человечек был, убежал. Один провоевал, блядь. 1 год, другой 4 года, блядь. Вон там пишут, шеф. Где они, в тылу, блядь, воевали или что? Так, всё нормально. 5-й, 6-й, связь. Есть. 6-й, 2 вопроса тебе задам, ты не будешь против? Ну, смотря, что именно и для чего. Ты гей, да или нет? Я говорю, я играю или нет? Первый вопрос. Ты гей, да или нет? Я говорю, я играю, нет. Боец, блядь. Если ты не отвечаешь на первый вопрос, значит, ты не играешь. Короче, давайте играть нам. Блядь, это уже реально уже он. Ну, блядь, ну почему нельзя просто сказать? Кто тебе правду скажет? Кто вопрос, блядь, почему нельзя сказать на командиру то, что... Да, принадлежность к той или другой ситуации, ёбаный в рот, блядь. Почему я не хочу играть с пидорасами? Так он анекдот. А кто тебе скажет, что тут пидорасы сидят? Ты вот ты, блядь, такой вот нахуй наивный, блядь. А мне похую, блядь. Вот пусть он присел. Он воевал, блядь. Пусть он при полной команде, блядь, скажет, он гей, да или нет, и все. Че вот а что ты до него доебался, вот именно до него, блядь? Может, давай до тебя доебемся, ты петух, петух или он петух? Воевал, блядь, в танках 4 года, блядь. Я не петух. Вот я могу сказать то, что я не петух, я не гей. Хорошо, у нас сомнения насчет того, что ты не петух. А мне кажется, что ты петух, понимаешь? В чем конфликт? Черт, пиздобол. А я говорю то, что я, вот честно говорю, я мужик нормальный, блядь. А ты пиздишь, по-моему, браток. Хотя какой ты нахуй браток? Ты пидорас, блядь. По-моему, тебе нахуй пора пойти. Пиздятины что-то попахивает откуда. Пиздятины прям такой вот селёдка здесь. Ну ладно, ладно, что за страх, блядь? Блядь, тебя воняет, блядь. Давайте поиграем. С украинскими бойцами я попал сегодня в бой. Гурген, хорошо, что ты этого не слышишь. Мельчак, иди под мой нахуй рот, блядь, пиздой воняют нахуй. Давай, давай, пиздуй. Хуеплётина, блядь, ёбаный. Давай, давай, давай. Подмойся, блядь. Сливки урод. Вытри нахуй с губ, блядь. Да, 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 иди нахуй. Видишь, это тут хорошо. Ебала, блядь. Не видно, кто пиздит, они не знают, кто. Второй, можешь ответить на 2 вопроса? Короче, походу, блядь, мы не поедем, да? Да хуй знает. Потому что, блядь, что-то сложные, видимо, вопросы я задаю какие-то. Очень сложные, видимо. А и никто не может на них ответить, блядь. Ёбы, блядь. Ты, походу, братан, вообще нигде не воевал. Ты, походу, где-то сидел там, блядь. В танках 4 года, еб. Не, не вылазил, короче. Ебать. А танки, когда они появились? Вы знаете вообще, когда они появились, первые танки? То есть, ну, когда вообще были? Это не 4 года. В 2009-м, это прошло, короче, 10 лет, когда они появились. Вот именно, блядь. Поэтому я уже всех хуеплётов уже знаю прям на раз-два, блядь. Ну я говорю, уёбок никогда он не поймёт, что он уёбок. Про всех всё. А мы не удивляемся, что ты за нас бежишь. Вот точно мы знаем. Ну чё ты знаешь про меня? Ничего, я
Именно про тебя не все знают. Я в общем говорю, в общем крою, что вот так. Да, вот с 11 года. Добил нас же, играешь в танки. Боец. А вот ты вот когда обобщаешь, и, допустим, как бы, вот смотри, я вот, допустим, никогда ничего не знаю про тебя. Вот, лично про тебя. Я не знаю. Я говорил про статистику. Блять, вот вы вот что-то там, блять, обсуждаете, осуждаете кого-то и все остальное. Я просто не хочу, чтобы у меня в команде были геи, блять. Разве это плохо? Ну я можешь, просто тем вам. Да пацан, гея не становись. Да или нет? Клиника полнейшая. Да или нет? Наводящими вопросами я сам подумал, что ты... Не буду мешать переговорам. Я хочу играть с людьми, а не с геями. Че, ты собрал команду подпиздеть, что ли? Походу он так и сделал. Ладно, пацаны, я поехал в другую команду, у меня заебало уже, ты слушай. Давай, пиздуй. Я пока пошел плакать. Пиздец. Вот как вот сложно в танках вообще найти людей, которые действительно люди, блядь. Это вот очень сложно сделать. Ну ты хочешь будь. Связь? Ты гей. Могу играть на ЛТТБ. Отлично. Два вопроса тебе задам. Ты не будешь против? Нет, не базар. Ты гей, да или нет? Нет, конечно. Че, охренел вообще? Бандеровцы это хорошие или плохие? Твое мнение. Плохие. Ты че, охренел вообще? Это что такое вообще? Он боец, бля. Я людей хочу в команду. А поэтому вот такие вопросы. Просто своих ищет, блядь. Ну, пидорас, в смысле. Ебать, четвертое, ты сейчас такой ёбнул. Они не могут спалить. Блин, нахуй отсюда. Четвертый нахуй пошел. Сука. Слышь, Кэп. Да, слышу. Не бросайся так. Солдатами. Дырявый, это третий сказал, уёбок ты, пидорастический, бля, боец, сука. Ты лучше мне скажи на вопрос, ответь, в или на? Отвечай, себя спрашивает, пидрила. Не молчи. Не знаю, кому вопрос вообще. Кэпу кому, у нас один пидорас в команде. А, да? Это Кэп, пидорас? Ев, какую землю приземлился вообще, вы что, гоните или нет? В навозную, бля. Кэп своих ищет, понимаешь? Пидорас, не пидорас. Ищет. Третий, блядь, ты с да, чего да. взяла, блядь, сучка? Слышь, боец, ты с чего ты, вообще ты, взяла, блядь? Ты там что, блядь, ты в очко долбился? Ко мне обращаться? Ты, что так ты что можешь вообще, блядь, сказать про себя и про меня, ёбаный в рот? То, что ты с чего вообще взяла, кольченый, блядь? Ты а я с чего взяла, блядь? Я тебя спросил. С чего ты взяла вообще, что ты можешь ебальник свой вообще открывать? Ты долго ебать думал, уёбок? Я вопрос задал, дырявый, блядь, отвечай. Не молчи, не будь пидорасом. Дырявый, дырявый. Слышишь? Ну, блядь. Дырявый командир попался. Ну, в принципе, неплохо. Кто сейчас говорит? Арти. Командир говорит. Слышь, Кэф. Кэф. Я ветеран войны. Он ты тоже, ж... блядь. Какой бойцы, он? Блядь. Я Афганистан вообще ветеран. Уважаю. Ну ты дал бесмесь. А почему мы вдвоем остались? Тебе вопрос задать или что? Потому что я тоже ветеран войны. Два ветерана. Совет да любовь. А мне на ред, они... И ум... что мы будем делать? Блять, я может зря ушел. Стоп. Что мы будем делать? А тебя команда сейчас ушла. Какой ты ветеран Афгана? Ты че гонишь вообще? Я не говорю то, что я ветеран Афгана. Ну, так... Что ты мне, блядь, говоришь вообще? Почему от тебя убежали вообще? Побрать. Да потому что они вообще просто неадекватные люди. Потому что ты за хриканиной себе не следишь вообще. Я в Сирии воевал. Это моя война. У тебя Афган, у меня Сирия. Пиздобол, блядь. Ты пиздобол. С тобой никто не хочет воевать. А я и не скрываю. Он, блядь, со своим очком воевал, блядь. А, и похуй. То, что похуй.
Вообще, то, что со мной не хотят никто воевать. Я говорю как есть, а все остальное мне... Я буду с тобой воевать. Я буду с тобой воевать. Я поставлю тебя на правильный путь. Веришь? Нет. Меня уже никто, наверное, не сумеет поставить на правильный путь. Пидорасы, они неизлечимы, бля. А, да? Вот тебе сколько лет? 70. 40. Ну вот, а я недалеко ушел. Мне будет скоро 36. Значит, ты должен посчитать. 40 лет в Афгане воевал? Отлично, бля. Тебя как зовут? Хуй. Это меня? Хуй тебя зовут, да. Да, тебя как зовут? Хуй. Я шучу, что я в Афгане воевал. Блядь, а он уж посерьезки в Сирии кишки на руках таскал. Ну, получается, ты шутил, а я не шучу. То, что я действительно служил. Но меня офнули, они типа, за Россию. За Россию, сука. Вот в танках одни уёбки. Как тебя зовут? Господа, блядь. Андрон Николайдер. А имя-то есть или нет? Андрей. Ну? Андрей. А меня Артём зовут. Хуй бы Андрей. Блин, меня должны... А кто с нами ещё раз говорит? Да это твоё эхо в башке. Меня зовут Артём. Давай поговорим, Артём. Сирийский анальный боец. Давай поговорим. Не, значит, они... Давай с тобой поговорим просто по душам. Бойцы, ну вы чё, блядь, ёбаные руки, нахуй, бойцы, блядь. Вы какие-то пидорасы, блядь, а не бойцы. Я тебе говорю, что все пидорасы вообще. А, ну вот вы и нашли друг друга, я понял. Один искал, а ты, блядь. А ты, это кто? Это кто такой? Это голос, ты, блядь. С чего ты взял, что все пидорасы, вот, Андрей? Ну ты и ты все пидорасы. Нет, ты глубоко ошибаешься. Ну вы же друг чего? Друга нашли. Извините, Костя. Иди нахуй, пидор, уже заёб, блядь, и спать, блядь, уёбок. Я вот тебе говорю, например, то, что я не пидорас, вообще не был никогда пидорасом и не буду. А нахуя ты-то о своих ищешь, боец, блядь? Это хуй. Хорошо или плохо, вот твое мнение. Это хуёво очень. А чё? Пригласи свою жену, пусть мы вместе поговорим. Стоп, ты ебанулся? Он потёк. А я бы вот вас хотел в гости пригласить. Какие нахуй гости к пидорасам заходят только пидорасы и дружат с пидорасами только пидорасы. А где ты живёшь? В пизде. Таиланд, провинцию сам. Хуян.